Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Сейчас я приготовлю диетический рецепт. Рецепт для людей, которые заботятся о своей внешности, о своем теле, о своей душе, фигуре, мыслях и о своем здоровье в первую очередь. Потому что рецепт этот будет для людей умных, потрясающих, жизнелюбивых, которые хотят есть еду, получать от этого эстетическое удовольствие и наслаждение, и не засирать организм шлаками. Так, что у меня имеется? У меня есть курица, которая выросла без антибиотиков. Вот она собственной персоны. То есть курица, выращенная без антибиотиков. Вот. Дальше. У меня есть трошки подгнил перец, но я хочу его выработать. То есть, чтобы его не было, жалко выбрасывать. Кончик я обрежу, хвостики оставлю. Дальше. У меня есть такой желтый перец. То есть, блюдо будет красивое, блюдо будет оригинальное, вкусное и диетическое. У меня есть два цукини. Один вялый, вот этот, вот видите? Ну, неплохой. А цей побольше. Один вялый, а цей побольше. Картофель розовый. Вот. Розовый картофель, где-то штучек 5 картофелин. Значит, кусочек морковки, вот такой штырек, я его кубиком порежу. И капуста, цветная капуста. Нам надо пол кочерышки разобрать на соцветия. И я покажу вам, что делать. Рецепт простой. Не надо мыть ни посуду, не надо не заморачиваться. Все сделать и уйти. И прийти насладиться вкусной, полезной, здоровой пищей. В здоровом теле, ребята, здоровый дух, здоровые мысли, здоровая жизнь, позитив, энергия и эмоции. Так, что нам надо сделать? Первым делом надо почистить картофель. Делаем мы это прямо дома, на кухне, то есть не надо выходить на лестничную клетку, никуда. Сразу в мусорное ведро, это очень удобно на столе мусорное ведро. Не раскрывать там какие-то. У меня, извините, мусорное ведро, из которого люди пьют, между прочим, воду. Вот, поэтому мусорное ведро у меня чистое. Я чищу картофель сразу. А, еще надо, ребятки, яблоко. Вот, поскольку у меня язва 12-перстной кишки, и это блюдо рассчитано на людей, язвенников, таких как я. На людей, которые худеют. То есть, в таком виде яблоки есть будет можно. Так. Самое сложное, это почистить картошку из всего рецепта. Вот, у меня 5 картофелин. Мне этого будет достаточно. Дальше, что мы делаем? Я не могу прийти в себя. У меня нема досточки. Все досточки выкину. Ладно. Куча посуды. Так, ой, все, можно мусорку. Может, что я делаю? Я что-то разволновался страшно. Вот у меня есть цукини. Мы снимаем ему жопу. И хорошо. Жопу и в рот. И пока ложим картофель. Дальше. Желтый болгарский перец. Я разрезаю пополам. Выкидываю всю требуху. Вот. Пока кидаем все в гастроемкость. Вот, без семян, без всякой требухи. Дальше, яблоко я режу пополам, на 4 части. Вырезаю с него всю вот эту внутренность и тоже кидаю сюда. Сейчас увидите, что будет. Будет чудо. Так. Так. Теперь... Вот этот перчик подгнивший я тоже срезаю. Вот. Все. И выбираю семена, ребята. И все нормально. Ничего страшного, что он подгнивший, но не выбрасывать же. С продуктами так нельзя. Я очень бережно отношусь к продуктам. И вам тут советую. Я люблю, когда вот, что у меня есть, чтобы я его выработал. Вот именно, знаете, что касается овощей такое, мне жалко. Там что, такое мясо, хиряса, суши, не суши, я такое не очень. Вот. Подгнившее я обрезаю хорошенько, а это вырабатываю. Дальше. Морковку тоже. Вот очень быстро я работаю, если вы замечаете. Морковку сейчас. У меня есть специальный нож, ребятки.
Тут я еще уборку не делал. Я делаю уборку в квартире, кто не знает. У меня новое, знаете, нашло на меня. А вот мой нож красивый. Вот. И ножом прям туда. Вот. Так, вообще, фить-фить и до свидания. Вот, морковка и капуста брокколи. Нам надо где-то половинка, ее нам целая не нужна, поэтому я ее так разламываю. То есть рецепт это не на один день, чтобы вы понимали. Это буду я есть дня три. Может быть, конечно, быстрее. Все, больше мне ничего не надо. И мясо. Ну, сейчас я пока выкину все в рот, потому что нема места. Так, помою гастроемкость. И что я делаю? Я беру нож. Беру, допустим, цукини, да? Вот взял цукини. И колечками вот так. Чмых, 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 чмых. Очень нагло. Очень грубо. То есть его не надо долго муздырить, понимаете? Быстренько вот так его потер, потер, потер. И колечками. Чмых, чмых такие, сантиметра по три, по три с половиной. Колечками такими. Так, это готово. Дальше. Беру перец. Помыл, помыл, помыл. Тоже так, дольками. Чмых, чмых, чмых. Красный перец. То же самое. Взял. Даже вот так можно, ребята, порвать грубо руками. То есть не страшно. Главное помыть. Вот. Вот так. Порвать руками. Вот так. Это все очень просто делается. Рвется руками. Яблоки. Вот где-то так на три части каждую половинку. А можно вот просто пополам. Картофель. Ну, на четыре части, смотрите. Вот так пополам и вот так. Раз, все. Ну, а если сильно вот большая какую-то разрезать, не страшно. Пополам. Перец. Порвала руками. Все. Порвала руками. Раз, два, три. Морковку. Вот с морковкой надо повозиться. Ее надо вот разрезать. И вот чуть-чуть их... Ну так, знаете, постараться потоньше. Но она будет альдента, то есть на зубах. Тоже нормально. Вот. Можно кубичком, можно такими полосочками. Не важно. Это абсолютно не важно. Не в том прелесть этого блюда. Так. На 4 части. Готовится это блюдо очень быстро. Я говорю, дольше всего порезать картофель. Так. Так, так, яблочко пополам. Тут еще у меня картошка. Тихо упала. Где ты проститутка? Так. Все. На четыре части. Берем филе, два штуки. Моем его. Долго не надо, оно без антибиотиков. То есть антибиотики сюда не кололи. И вот так вот на этом режем кусочками. Оно такое филе, что оно рвется. Такими кусками, грубо. Так. Так, второе филе. Что мы делаем дальше? Смотрим. Сейчас самое главное. У нас, ребята, есть рукав. Я его завязываю с одной стороны. Вот так. Вот так. Завязал. Вот так открыл. Натянул вот так. Вот так. Вот так. Мясо, овощи. Теперь надо перемешать. Сейчас, секунду. Это еще не все. Я мою цветную капусту.
разбираю его на вот такие соцветия и добавляю сюда. Это отбрасываю лишнее. Вот на такие соцветия ру. Такое, допустим, грубенькое убираем. А соцветия сюда. Вот грубое убрали, соцветия сюда. Рецепт очень быстрый. Я не люблю долго мучиться с готовкой. Вот так раз. Раз, все. На соцветия распалось. Все. Это все, ребятки, перемешивается, ну, по возможности, да, там мясо, овощи, все в кучу, перемешалось, да, смотрите, какая красота, картошка, цукини, мясо, цветная капуста, вот, оно распределилось по всему периметру, перец, вот, теперь мы трошки подсолим. Кстати, соль я пересыпал в эту баночку. Подсаливаем. Много не надо. Никакого перца, никакого ничего, никакого масла, никакого жира. И завязываем. Вот так. Теперь, ребята, включаем духовку на 180 градусов. Берем противень. Где-то минут на 40 отправляем все это в духовку. И увидите, что получится. Все. С Богом. А это, пожалуйста, мусор у тебя на столе. Ты его раз и туда. И до свидос. Все. А тем временем я буду убирать дальше кухню. Мне надо разобрать тут ложки. Все, я просто делаю уборку, кто не понимает. Вот. Все. Эта еда заставит вас быть худой, толстой, желанной, любимой, молодой, здоровой и цветущей. Все, через 40 минут я покажу, что получилось. Так, ребятки, прошло 40 минут, и мы смотрим. О, у нас, смотрите, конфетка надулась. Конфетка надулась. Сейчас я эту конфетку высуну. И посмотрю, что в ней. Угу. Она пустила сок. Она такая пузата, лохмата. Интересно, что там внутри. Ну, чувствуется, что сачок такой. Видите, там какой? Какой аромат идет, ребятки. А сейчас мы проткнем специальной вилочкой. По-моему, еще надо. Все. Я трошки вот так, чтобы пар вышел. И назад, ребята. Ой. Вот, сука, порвав. Вот дебил. Вот дебил, потекло. Ну, что я наделав? А це что дымится? Фу. Ой, что-то горит, падло. Я не помню, что тут горит. Надо, чтобы жидкость не вытекла вся. Так, пусть еще стоит, ребята. Чуть не испортил все. Так, ребятки. Второй, ой. Второй заход. Увидите, оно не потекло. Оно закристаллизировалось там. Блин, подождите сейчас. Закристаллизировалась там эта водичка. Не потекла. Вот, но я думаю, что уже, в принципе, вот это... Должно, по идее, ребята, быть... Ой, мягко как. Ой, все мягкое, капуста.
Ой, все мягкое. Мясо, наверное, готово. Все, я достаю из широких штанин свое пролетарское происхождение. Так. Ну вот, смотрите, ребята, какой ужин, можно сказать. Какой шикарный ужин. На семью из там четверых, пятерых человек. Пожалуйста. У меня тут чистенько, вот ножнички. И разрезаем. Какой шикарный, ребятки, ужин. Ай, горячо. Красота, смотрите. Сейчас главное картошка. Если картошка готова, то готово все. Мясо. Все-все на свете. Картошка готова, я вижу. То есть у меня глаз алмаз. Смотрим. Вот ваш, пожалуйста. Картошка прекрасная. Она разваливается, целенькая. Это от яблочек эти. Вот, ой, какой цукини, смотрите. Мяско, мяско прекрасное. Все, ребята, сейчас я насыпаю. У меня, значит, есть кашка, я отварил такую. Сейчас тарелку беру. Да, Тоби, Тоби. В первую очередь ты будешь есть. Немножко каши. Я как раз выпил все таблетки. Сейчас мне надо ужинать. 6 часов. Вот, ребята, мой ужин. Смотрите, это каша. Прекрасно разваренная. Вот. Это типа булгура. Дальше, смотрите, перец, брокколи, цукини. Вот мяско, курочка. Вот цветная капуста, яблоки. Перец такой, картошка. Я попробую картошку. Ребята. Это потрясающе вкусно. Можно в этот момент сбрызнуть каким-то маслом, допустим, абрикосовых косточек, виноградных косточек или, допустим, конопляным. Яблоки. Сладкая с кашей, супер. Так, я хочу попробовать все-таки мяско. Ну. Экстра песня. Смотрите, сколько получилось. Я еще хочу картофель с яблочком и с мясом. И вот морковочка. Боже, ребята. Это обалдеть. Морковка мягкая тоже. Супер. В общем, ребята, если кому-то понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на канал. Делаем репост. Все, приятного аппетита, я буду есть. Такая красота. Смотрите, ребята, сколько еды получилось. Ну, надо только противень сполоснуть. В принципе, он мог бы и не открыться, если бы я не порвал. Оно с юшечкой. Вот сколько. Брокколи вот это, то есть цветная, какая вкусная, какая картошка потрясающая. Мясо, яблоки, а яблоки, когда ешь с кашей, они вот такую сладость дают. Как то на похоронах Колыва мы ели в детстве такое, когда люди умирали. Мы ели такие, рис с мясом, с сладким чем-то, Колыва, с изюмом, типа с яблоками. Ой, вот это вкусное. Ребята, это правда очень вкусно и просто. Это может даже любой мальчик маленький, любой мужик, даже инвалид, даже просто если он, ну, импотент, ну, не, то есть неважно, любой человек может приготовить. Вот накидать, главное, чтобы умел включить духовку. Все, накидал, в рукав завязал и в духовку, все. И вовремя выключить. А мяско какое, просто рассыпается. Шикардос.